Лекарство хотя бы. Почему вы не впускаете? Почему без нас? Он у меня больной ребенок. Административный суд открытый. Почему вы нас не спускаете? Почему законы нарушаете, адвокат? Сидера, ты просто ты нерма узнаешь отсюда. Это Аслан Макатов, инвалид третьей группы. Почему родственники не могут присутствовать? Ему хотят вменить 380-ю уголовную статью. Вы ждали, пока вот истерика начнется, да, у родных? Куда его повели? Куда его повели? Его увели. Нет, здесь закрыто. Куда его увели? Там уже как никого нету. Вот машина стоит, получается. Ну как они, куда его увели? Почему втихаря проводите суд? Вы адвокат, зачем вы орете на нас? Вы адвокат, должны его защищать. Что, он грубит еще этот адвокат, понимаешь? Это коллега адвокат, обратите его на мою. И не морщите руками. Вы адвокат, канат. Почему вы его не защищаете? Что вы испортили? Вы поэтому родители хотят... Это административный суд. Мы обязательно будем жаловаться. Обязательно. Не то, что ты руками машешь, чтобы ты грубишь. Обязательно. Я тебе устрою. Обязательно устрою. Вот это адвокат Макатова Аслана. Что испортили? А постановление можно копию получить? Вы все испортили. Нет, но мы же разрушили. Это ваш родственник просил. Ну вы скажите нам по-человечески. Почему не сказали?